Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию по Стар Конфликту. Ну что ж, друзья, у меня для вас небольшой сюрприз, в принципе, может быть, по названию вы даже поняли, что сегодня будет происходить. Короче, друзья, я совсем в шоке, сам от себя же, потому что, ну, вы помните вот эти кораблики, да, третьего ранга, мы летали, в общем-то, сегодня мы будем летать на... Да-да-да-да-да. Да-да-да, черт возьми. Корабли восьмого ранга, друзья, у которых куча всяких обилок, куча способностей и вообще полностью, можно сказать, другой режим. Их, кстати, не так давно добавили в игру, поэтому я их хочу заценить, я уже полетал на них. А, да, очень сложно, ну как, ну в принципе не особо прям, что вообще потно, но они настолько мощные, настолько огромные, настолько просто вот вообще невъебенно просто безбашенные корабли, что на них, в принципе... За счет того, что они просто массированные, вот таким, просто, я не знаю, как их назвать, просто балда такая огромная. На ней, в принципе, ничего не страшно, и ты сам как-то соображаешь, что делать. Поэтому, друзья, давайте мы сразу начнем бой, ПВП. И я вам сейчас все постараюсь показать. И надеюсь, это будет в лучших традициях моих, а не в худших, как обычно я умею умирать. Потому что на самом деле я вот полетал, да, то есть как бы естественно я там сначала нубил. Как сильно бы я ни нубил, я один раз умер. То есть они настолько живучие, эти корабли, что серьезно, можно вообще вот просто жесть. Ну и, собственно, карты другие вообще совершенно. Сейчас у нас охота на маяк, древние руины. Я, конечно, сейчас себе опять же выписал тут вкратце на листочек что да как, чтобы не путаться. Значит, давайте на Invisible полетим. Значит, ну давайте пробовать. Кстати, друзья, перед началом хочу сказать, что по ссылочке в описании вы можете зарегистрироваться в игре и начать играть в Star Conflict, если, например, хотите. Вот так. Ага, вот такая вот у нас балдежка. У нее своеобразное управление. У нас есть два щита, кстати говоря. Так, для начала на F у нас активирован модуль, который дает нам скорость. Ну, как вы видите, скорости здесь как таковой нет. Вот два щита я активировал. Нужно зажимать Ctrl, чтобы поворачивать. Также на Ctrl поворачивается орудие. Видите, прицел у меня меняется. Так, меня, по-моему, уже немножко атакуют. То есть, в принципе, здесь довольно-таки вроде и просто, вроде и сложно. Итак, друзья, давайте мы полетим на... Блин, на самом деле на точку Б я не хочу. Вот, в принципе, я два раза выстрелил. Конечно, мне чуть-чуть немножко помогли, но вы видели, как быстро я убил. Так, давайте мы щит на всякий случай вот так еще расставим. Сейчас у нас стоит модуль на F, это скорость. Еще раз на F я нажму, это будет уже орудие. То есть, когда я буду готов, в принципе, с орудием уже в путь. Вот сейчас, наверное, будем переключаться с вами скоро. Это что у нас тут за магнитное поле? Я лучше его облечу, у меня аж, блин, даже залагало. Так, стоп. Стоп, мне это не нравится. Видите, снизу какой-то пиздюк. Нет, его уже вынесли. Так, тихо. Все, переключаемся на орудие. И я думаю, что... Смотрите просто какой... Так, щиты. Так, на 3-4 у нас есть еще... Смотрите, какая хуйня. Это турели, которые сами, в принципе, стреляют за нас. Так, тихо, вон того. Еще щит поставим. Там большой пиздюк какой-то меня стреляет, друзья. О, уничтожение дрона, отлично. Так, подождите, меня что, сейчас спины, что ли, валит? А, все, меня заорбители, друзья. Я полез без своих союзников на эту точку один. И сейчас я сдохну. Можно подыхать, серьезно. Уже нет смысла, потому что я даже сейчас, если щиты расставлю, все, мне пиздец. Не, я даже отсюда не сдрисну. Все. Да, друзья, потому что я совершил ошибку, я полетел на точку без своих союзников. Это была реально ошибка, потому что на таких кораблях нужно держаться просто со своими. Иначе, ну, просто мне пизда сразу будет. Значит, у нас на 3-4 это турели, которые, в принципе, нужно нажимать периодически. На F мы меняем режимы. Первое это у нас скорость, второе это у нас орудие, третье это у нас щит будет, если я нажму. Потом опять заново все начнется. На единицу у нас и до двойку лучи, которые через 20 секунд взрываются. То есть, в принципе, управление даже на самом деле простое. То есть, главное выставлять щиты, грамотно управлять этим кораблем и, самое главное, держаться с союзниками. Но на самом деле, вот этот вот режим... Сейчас, который нам попался, это не самое лучшее для этого корабля. Я вот два раза, которые играл, были другие режимы. Там такая узкая карта. Там типа, знаете, как ПВЕ на самом деле напоминало. Так, где лучше держаться? Значит, точку С, если эти будут захватывать. Ну давайте пока полетим. Сейчас. Вот тут у нас какое-то мясо. Вот, собственно, все свои тут у нас. Давайте на точке С и держаться. Будем просто-напросто... отбиваться. Сейчас я чуть ниже уйду. И с вами мы развернемся. Ну-ка.
Ну, в принципе, видите, какой он еще дальнобойный. То есть я пострелял и довольно-таки раздал так пиздюлей-то. Так, 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 тихо, тихо. Давайте щит поставим и начнем просто фигарить через щит. Вот там вот. Да я даже просто не хочу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо, тихо. Два щита. Попробуй пробей. Так, на 3-4 включим. Так, 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 еще щит поставим. Отлично, 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 отлично. Я немножко назад сдаю, потому что... Ага, да-да-да. Мы тоже луч можем пустить, блядь. Ебать, меня сейчас справа, что ли, кто-то? А как? Тихо, 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 блядь. Не там щит поставил. Ебаный в рот! Как меня... А, ну у нас команда еще, видите, какая попалась. То есть вы поняли, насколько крутой дамаг. В принципе, реально делать по 1000 дамага с этого корабля. Ну да, у нас какая-то команда слабая оказалась, что я аж на 4-м месте в своей тиме. А тут видите, какое мясо. То есть это еще как повезет. Ну давайте вернемся в ангар. В принципе, попробуем сейчас еще один PvP-бой, конечно же, да. Главное, чтобы хотелось бы, чтобы какой-нибудь режим был крутой. Потому что вот серьезно, те, которые я играл, они прям подходят для... Я, к сожалению, не запомнил, как называется. Подходят для таких кораблей. Потому что прям вот серьезно, вот на них было изи. То есть ты идешь вперед, ставишь эти щиты на этом узком пространстве и их херачишь просто. А тут сейчас две точки. Одну они захватили, я пытался на нее пойти зачем-то. Непонятно зачем, на этой толстой балде лучше вообще никуда не идти. И меня просто начали вокруг меня летать и захерачили. Ну, в принципе, логично. А во второй раз, во, Левиафан, катакомбы, по-моему, это, кстати, то, о чем я вам говорил. Блин, ну это ДМ, что ли? Это ДМ. Опять мне не повезло, ну ладно, все равно сыграем, попробуем на самом деле. Так, давайте на Архоне, может, попробуем. Хотя какая разница, в принципе-то? В принципе, разницы нет, но давайте на Архоне. Они примерно одинаковые, я повторюсь, их недавно добавили в игру, эти корабли. Так что, друзья, сейчас надо попробовать. Ну, я надеюсь, что третья игра нам точно повезет с режимом, потому что там вот... Серьезно. Так, ДМчик. Угу. На Левиафане. По-по-по-по-по-по. Отлично. Вот, видите, тут какая тема. Мы появляемся в каком-то узком таком многоэтажном коридорчике. Вот здесь, черт возьми, просто можно на самом деле очень хорошо ебашить. Так, пока мы на скорости летим, да? Ставим щиты, я думаю, и начинаем. Да, у этого... Фига себе у него... Фига разгон! Ты вы это видели вообще? Как он начинает охереть просто. И какой дамаг просто. Давайте выше поднимемся. Так, тихо-тихо-тихо, быстрее-быстрее. На этаж выше. Так. Отлично. Ставлю щит и начинаю. Чуваки, ну вы держитесь там, потому что я... Так, 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 подождите, вот тут еще щит поставим. Так, 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 подожди. Опа, а вот эти мелкие пиздюки. Блин, пиздец. Пиздец, 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 что-то тут вообще. Мои щиты еще живы? Живы, 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 живы. Нормально, нормально. Ребят, я просто пытаюсь поймать кого-то, но на самом деле. Тихо, 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 тихо. Я немножко назад сдаю. У нас еще сзади кто-то есть? Пипец! Какой-то маленький летал. Мы его уничтожили, кстати, просто на изи. Так, тихонько. Все горит? Пиздец, просто, серьезно. Давай чуть повыше поднимемся. Чуть-чуть повыше, повыше. Нет, может, все-таки ниже спустимся? Я не знаю, серьезно, блядь, тут так опасно. Это жестяк какой-то. Так, ладно. Надо попустить морду и... Ну что, начинаем? Так, ладно, его немножко задамагили. Чувак... Чувак, я тебя не брошу, все, надо добивать его. Тихо, 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 давай, давай, давай. Давай, давай. Пиздец, я в мясо просто влез какое-то. Тихо, 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 тихо. Ладно, чувак, ты там меня атаковал? У кого меньше всего ХП, покажитесь. Щиты уничтожат, да в том-то и дело, что меня их уничтожают просто. А вот этот маленький, 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 маленький. Давай, 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 давай. Блять. Полный пиздец. И смотри, щиты как защищают-то, а? Как защищают, черт возьми, щиты? Просто мясо какое-то. Вот это вот реально мясо космическое. Так, ладно, помощь огнем хоть какая-то есть. Так, 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 так. Куда, 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 куда? О, у него мало хп, мало хп, мало. Есть, мой, 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 мой. Друзья, ну это мясо. Это мясо. И, видите, не так сложно. То есть меня хоть и стреляют, хоть и палят меня, но я толком не умираю, потому что у меня хп просто запредельно, по-моему. Так. Да опять щиты уничтожить. Да что ж вы делаете, пацаны?
Так, 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 так. И ну-ка, 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 ну-ка. В принципе, сейчас пока... А, 3-4. Турельки-то. Ага, ага. Только я их зачем-то повторно нажал. Поэтому так, луч. Какой-то пустил не в ту сторону, но пускай будет. Главное не забывать, понимаете? Просто, когда такое мясо творится, ты забываешь даже все обилки юзать на самом деле. Так, во, со мной мои братья. О, давай-давай-давай, херач его, херач. Блин, он спрятался, козел. Можно, в принципе, чуть вперед передвигаться, потому что мы их так нормально здесь зажали-то. Так. О, чувак, помощь огнем. Давайте повыше пойдем. У нас тут вот есть пацаны. Так, сейчас скорости немножко дадим. В принципе, надеюсь, сейчас нам щиты не нужны. А вот теперь можно поставить. Чувак. Чувак, стой. Стой, 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 стой. Давай, 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 давай. Я в него попадаю, у него мало хп. Нет, все, он спрятался. А ты? Ты что тут летаешь? Ты что тут летаешь, а, чувак? Фига у него хп-то не отнимается, что-то вообще. Блять, все, меня сзади зажали, да? Так, охранный дрон. Охранный дрон, сейчас мы его должны вынести. Друзья, все, пиздец, меня прожигают. Зря я пошел опять же. Оу, щит! Щит, я... Я со всех сторон попытался поставить эти долбанные щиты, но, ребят, это было бесполезно. Ну, вы сейчас, в принципе, я показал, да, на своем же опыте, что будет, если ты поедешь отдельно от союзников. То есть это реально факт. Лучше держаться со всеми. Так, окей. Давайте мы, конечно же, сейчас еще один сыграем, потому что это, в принципе, у нас был единственный пока полноценный бой. И если сейчас будет еще нужный режим, это будет просто сказка, потому что мы с вами попробуем устроить настоящее месиво. Ой, так, ну, 4 сбито, 6 помощи, конечно, неплохо, но у чувака я не знаю, сколько очков, почему. Наверное, потому что, может, там захват... А, тут уже ДМ. Странненько. Ну, ладно, 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 в ангар. Так, ну что, сразу в бой, ПВП. Согласитесь, просто это реально, вот просто, ну, вообще, я не знаю. Комплекс Альфа-7, разведка боем. Кстати, вот это, по-моему, то, что, о чем я думаю. То, о чем я думаю. Давайте на Invisible выйдем. Мне он больше понравился. Архон, он как бы... у него по нарастающей идет скорострельность его этих лучей, ракет. Ну, не ракет, а этих орудий его, да? А Invisible, он как-то более такой спокойный и более простенький. Так. А почему написано Булкин и... О, господи. Мы типа с чуваком вдвоем, двое больших, и нас будут защищать, что ли? Бля, вот это интересная хуйня. Так, подождите, а мне что тогда, стоять что ли? Смотрите. Я просто не знаю, реально. Я этот режим не играл ни разу. Что за хрень, блядь? Так, короче, друзья. Уже к нам кто-то летит. Уже кто-то летит. Чуваки, пожалуйста, будьте рядом со мной. Вы все со мной? Они все со мной, друзья. Реально, походу, такая тема. Все, щиты можно ставить или еще нет? Можно ставить. Враг уничтожен. Просто один выстрел мощный, и его нету. Ну давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ну что ж ты там? Так, тихо. Мочите пиздюка того. У меня перегрев орудия, я аж перестрелялся, блин. Так. Значит, у нас вот это вот эта скорость, да, вот это у нас орудие. Все, надо на орудие оставить. В принципе, щиты нам пока не нужны. 3-4 ставлю. Ставлю щит так вот, буду... Отлично, расставил щит, ну хотя, в принципе, нормально. Так, чуваки. Еще один сюда щит. Ну, справа-то меня никто не зафигарит. Все, мы должны вытащить. Я постараюсь как можно... Я лучше буду помощь... Опять перегрев, да блять, ну что ж такое? Луч не туда пустил. Главное пустить его. Фига, 3000 дамаги сделал, охренеть. Тихо, тихо. 3000 дамаги, вы это видите? Блять, опять уничтожили все щиты. Да что же вы делаете-то, пацаны? Не надо так, жестко-то. Что так ебошит-то? Так, двойной щит. И чувак сейчас, по-моему... Нет. Снизу? А что никто не прикрывает-то, пацаны? Вы видите, что творится тут? Ко мне подлетели вплотную, я еле его вынес, блин. Так. Чувак. Блин, он слишком далеко. А, блять, опять щиты. Опять меня пукан подожгли. Ракета. Чувак. Ой, блядь, еще один. Сколько вас? Я даже не знаю, куда щиты-то ставить.
Блять, пиздец, со всех сторон, вы посмотрите на это. Мне надо, короче, назад, наверное, лететь. А она назад не летит, кстати говоря. Ну как, очень нехотя летит. Я еще попасть не могу толком. Так, может луч кого-нибудь пустить? Блять, опять. Мочите, мочите, вон он, у него чуть-чуть хп есть, помощь огнем. Блять, все плохо. Вы меня заорбители, что ли? Вы что, издеваетесь, пацаны, вы где все? Пизда мне, короче. Где были мои все? Где они все были просто? Я вроде как особо-то не лез. Ну как? Я, конечно, лез, но... Вы посмотрите, где они просто катаются, маленькие эти. Чуваки все мои. Фух, жесть. Я, конечно, сейчас понервничал. Жалко, что... Если бы я знал, что они не будут рядом со мной держаться, я бы так далеко не поехал. Я бы тут стоял, потому что их чувак, по-моему, вообще стоит где-то на базе на своей. И все просто. Не парится. По-моему, даже никого не выносит. Друзья, ну слушайте, есть своеобразная фишка, согласитесь в этом, да? То, что прикольно очень за такие корабли играть. Поэтому пишите ваши комментарии, хотите вы, чтобы я поиграл еще за них или нет. Ставьте лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Также я напоминаю про ссылочку в описании, по которой вы можете зарегистрироваться и начать играть. И получить бонусы, которые вам помогут нагибать врагов сразу с первого же боя. Все, друзья, до новых встреч, пока-пока.